В этом году у нас произошло на сегодняшний день 3 пожара. 2 в поселке Искатели и 1 пожар в поселке Индиго. Вот. По сравнению с прошлым годом, увеличение у нас идет на 300%, то есть высокий рост по пожару и по пожарам. И хотелось обратиться к населению дополнительно, чтобы соблюдали требования пожарной безопасности. При понижении температур возникает усиленная нагрузка на электросети, то есть чтобы не перегружали свои электросети. Очень многие начинают пользоваться обогревателями, чтобы не оставляли без присмотра включенными электроприборы. Также актуально для нас это усиленная топка печей, котлов на твердом топливе. Также может произойти перекал печи либо дымохода, вот, и с последующим возгоранием. Так что печи также нужно топить обязательно под присмотром, не поручать это детям. Вот, насчет детей вообще это отдельный разговор. Ни в коем случае детей нельзя оставлять без присмотра, потому что, как показывает практика, новогодние праздники, многие ходят в гости, дети остаются дома одни, и также это может повлечь тяжкие последствия.